Назаровский районный совет депутатов. В соответствии с подпунктом 2 пункта 10, 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Назаровского районного совета депутатов в связи с отставкой по собственному желанию. Депутат Назаровского районного совета депутатов Владимир Геннадьевич Байкалов. Сегодня поступило заявление, он просит рассмотреть его заявление о снятии с него полномочий депутата Назаровского районного совета без его присутствия. Ставлю вопрос, ну, как бы, есть какие-то вопросы по данному заявлению? Он в связи с переездом, правильно? В связи с переездом он переехал в город Красноярск, по месту, по как бы, и работа не позволяет ему работать в нашем совете. Ставлю вопрос на голосование о снятии полномочий. Кто за данное предложение? За? Против? Воздержались? Единогласно. Решение принято.